8 раз. Просто умри в огне моей ненависти. О. Ну, конечно, спасибо, конечно, спасибо. Хоть что-то полезное с вас, блин. Козлы! Ненависть! Окей. Ну вот, с этим разобрались. Прекрасно. Шикарно. Слава яйцам, что мне не пришлось этого делать, блин. Я и богу еще не пережил. Мудил этот, блин, взял, заблокал все мои ножики. Козел, нет? Ну, козел, конечно, блин. Кто еще он после этого, блин? Лошара! Так, гном, снимай ритузы. Сколько мне там надо-то? 1075? Что-то такое на левел ап. Просто зашибись. Все, никогда больше к этому боссу нахрен не пойду, блин. Тем более на New Game Plus. Ну и он нахер. Так. Пофиг. Используем что-нибудь. Этого мало. Этого должно хватить, наверное. Так. Хрена лысого, 600 не хватило. Ну, 540, 532. Окей. Тихо, тихо. Гавлан еще козлина. Я специально сбегал к Гавлану. А его там не было. Хотя я вроде с ним не говорил, а он должен... Ну, он должен уходить только когда с ним поговоришь. А я его вроде... Хотя, может, я что-то не помню, конечно. Но насколько я помню, я с ним не говорил в верфи. У пиратов. Поэтому... А, то есть, как бы он должен быть там. 80 тысяч. Перный театр. Но его там не было. Поэтому ножи мне не получилось купить. Но он должен быть тогда, значит, в... В Силдоре, блин, короче, там, где яд, Пуазон. Пуазон в количестве. Он там должен сидеть, надо будет у него закупиться по полной программе долбанными ножами. И все в таком ключе. Так. Мост. А мост я опустил? Нет. Окей. Тогда мне придется всех убить. И один остаться. Пусти ты чудо траву, еб... Хотя... О. Ладно, пофиг, придется всех убить. Конечно, да, разумеется. Сейчас он меня и убьет. Ну-ну. Или бабочка мне пазон сделает. Одно из двух. Да, ну, что ты говоришь? Да. Пошел, пень. Козел. Окей. Окей, олрайт. Главное, чтобы больше никто не прибежал. Так, а мост я не опустил. Значит, надо опустить, соответственно. Где там этот... Блядь, я так и знал, что эта сука сейчас прибежит. Ну твою ж медь, а! В очередь, суки. Слышь, мудила! Ты со своей дубиной тут вообще не вовремя. Тебя вообще никто не звал. Иди отсюда. Я хочу сегодня расслабиться хоть раз. Видимо, я избушку перепутал, в которой должен быть рычаг. А в какой он тогда? А, в этой. Ну да. Нет. Это избушка? Это не избушка. Ладно, вас все равно убить надо, так что пофиг. Ха-ха, дерево видал? Даже дерево против тебя. Ах ты козлина. Так тебе и надо. Огненная бабочка. Ну да, это избушка. Блин, хрен разглядишь. А вход в нее где был? А, вот он. Ну да. Здорово, здорово. Скрытный наш. Интересно, где он там висел? В какой позе мне вот... Мне вот очень хочется узнать. Даже не знаю почему. Как
Спайдермен, типа, бля, вот так вот. Или просто, типа, не обращайте внимания. Не обращайте внимания, я здесь повисю. Ладно. Скелеты, блин, кстати, скелеты. Мне вот что-то кажется, что... Шорткат, типа? Ну, нет, окей. Мне почему-то сдается, что... Скелеты будут с красными парнями с какими-то. Ну, типа... Когда сдохнет босс, будут призываться не обычные скелеты, а необычные. Сто пудов. А ты, падла. И ты тоже. Блин, почему им чуть-чуть не хватает, чтобы сдохнуть? Мне это несколько... Да блин, ты возьмешь его в цепь твою? Так бы сразу. С одной комбы должны умирать. Какого хрена? Почему у меня дамага не хватает? Как так? Что за фигня? Тут еще это фантом идиотский. Конечно, зачем брать в цель, пацанов? Здесь можно не брать. Разумеется. Так, хочу ли я освобождать... Не, я не хочу, он мне, в принципе, нафиг не нужен. Где-то там, выходи. Я, блин, мечи тут сейчас свои поломаю нафиг, правда. Дойду до этого придурка. Ну, до этих придурков, до босса. Или освободить? А нахрен он не сдался? Чё мне... Пошёл он в пень. Не пойду к нему. Да, сейчас я от фантома выхвачу. Окей, это вообще-то не тот фантом, которого я имел в виду, но я от этого могу тоже выхватить. Стоп, сзади тоже, блядь, я так и думал. Охеренно классно, блин. Пацаны, блин, вообще, ребята, просто из воздуха появились. Пошел ты. Знаем мы, как с вами бороться. Не хотите ли в яму упасть? Нет, я так и подумал. Жаль, 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 жаль. Не, на мосту я с вами драться не буду, а то я сам в яму упаду. И у вас, естественно, бесконечный агрорадиус. Конечно, разумеется. Странно, что у вас только двое появилось. Да-да. Блин, главное... Приходится месить их все время одним мечом. Ну, который в правой руке. Что меня несколько печалит. Серьезно, пацаны, вы долго за мной идти собираетесь? Потому что та вторая комба слишком медленная для этого. Можно отхватить неожиданно, а я не хочу неожиданно отхватить. А вы тоже респаунитесь? А, о, у вас кончилось, отлично. Надеюсь, что нет. Вот я о чем. Видите? Видите, слишком медленно. Да. Что ты говоришь? Следующий. Мужчина. Я, конечно, понимаю, что у вас рога и все такое, и вам весело, но... Тут тоже веселье. Веселье просто вот... Посмотри на мое лицо, увидишь веселье. С красными фантомами, сука. Так, а баба-робот тоже появится с косой? Интересно, вот бы узнать. Но вообще вот эта вот штука с этими двумя фантомами была достаточно предсказуемая. Слишком узкий поребрик для того, чтобы здесь ничего не случилось. Пошел, сука. Взял, напугал меня. Да-да, безжалостная Руэна. Херо моё, бла-бла-бла. Учиться надо. У тебя же не было никогда пользы и не будет. Да, что ты говоришь? А, я знаю твою косу. Я знаю твою косу. Твоя коса со скелетов. Да! Сейчас! Выпил один такой, блин. Генна вообще ты придумала. Фляску, говорит, жрать я буду сейчас. Камень чудес, кстати, это хорошо. Сколько у меня их уже? 5. Прелестно. Вопрос остается открытым все-таки. Хочу ли я шорткат или нет? По большому счету хочу. Вдруг я сдохну неожиданно. Я же не знаю, что там на New Game Plus, правильно? Иди сюда, сучка. Ну.
Че, нет? Интересно, с этой стороны допрыгнуть можно? Скорее всего, нет. Хотя я ни разу не пробовал. Может попробовать? Не, мне что-то сыпано. Ой, иди ты в пень. Дайте-ка пройти, пацаны. Оп. Ты сдох? Молодец. Блин, да твою мать, ну бежать не надо, что ли? Тупая ты овца, это, блядь. Так, нафиг. Я всех пропустил, Кедрини, Фени. Пошли не в пень. А, стоп, некромансера же не должно быть, да? Отлично. Шикарно. Иди отсюда. Слышь, мужик, ты, блин, пошел в пень вообще. Фига они, блин, дальше бегают, чем, короче, эти красные фантомы. Хотя не факт, что красные фантомы за мной не пошли. Потому что они, естественно, появились. Конечно, да. Смотри, не пошли. Странно. В ту сторону они бегут далеко, а... А в эту нет почему-то. Почему так? Блин, я задолбал. У меня кнопка Б херово работает, короче, потому что джойстик раздолбанный уже. И зачастую просто бег не включается, сука. Из-за этого, блин, такие чудеса на виражах случаются, идиотские. Никому не нужны. Кстати, да, насчет Крайтона, блин, я совсем забыл, что там еще и бонфайр есть, поэтому... Поэтому, конечно, его надо освобождать. Что за дурацкий вопрос, блин. Даже если тебе ничего не нужно, все равно освобождай Крайтона, ибо нефиг. Жри, ева. Так, что у меня там по хуманити? Да хренище их у меня. Давай сожрем. Я не люблю бегать без хуманити. Ну, конечно, да, камень дошел до конца и как бы не дошел до конца. Шикарная композиция. Так, а там у нас пиромантия, которая мне не нужна. Ну и хрен с ним. Скажем, дружно нафиг нужно. А красные фантомы что, тупо испарились? Ну, ты смотри, они тупо испарились. Прекрасно. А нет, а вот они. Привет. Окей. Окей, пацаны. Пропусти, блин, бомжа там сзади. Вот этого бомжа, да. Ему надо выхватить срочно. Ну и ты, в общем-то, тоже сейчас за ним. Вслед за ним выхватишь. Да, что ты говоришь? Козлина. Нет, дальний бой здесь не поможет. Пока ты будешь, блин, его из лука хреначить пытаться. Этого некромансера тупого. Тебя уже 10 раз... Во-первых, сам некромансер может расстрелять из скелетов, он 10 раз уже оживит. Так. Пока я ничего интересного не вижу. Окей, видимо, красные скелеты будут появляться. Ладно, не вопрос. Повелитель скелет. Вот этот босс мне все равно до сих пор нравится, блин. Хоть он и дурацкий, в том смысле, что, как и все, ну, содержит в себе миллион врагов. Ну, то есть миллион скелетов, которые появляются. Но... С точки зрения дизайна это реализовано достаточно грамотно. Ау. Кстати, что-то фейербол у них совсем слабенький, так, если подумать. О, мужики, а пошли-ка вы нахер. Ах ты, сука. Мне нужно оглядеться, что вы там призываете. Пока ничего такого, пока ничего особенного. Окей. Обычные скелеты. Что меня, в принципе, радует. Может быть, они их будут оживлять? Это... Это был бы интересный пассаж, конечно. Но это был бы уже перебор. Это был бы реально чересчур. Нет, они дохнут напрочь. Окей. Отпусти чудо-траву, блин. Во-первых, это... Ну, я возвращаюсь к дизайну. Во-первых, красиво. Ну, вот здесь все вот это. Приятная композиция. Шикарная композиция, так сказать. Во-вторых, много места. Это всегда приятно тоже. И колонны. Отлично. С точки зрения Dark Souls, колонны твой лучший друг. Мой юный друг. Где скелеты-то все? А то меня задолбал. Большой за мной бегает, а маленький, блин, хрен дождешься. Во. Сюда идите. Отлично. Не так резко, блин. Я понимаю, что вы с истоками, но как бы совесть-то надо иметь тоже. Вот. И плюс никаких таких извратов нету, что можно спокойно потратить на босса столько времени, сколько тебе нужно. То есть никто тебя никуда не гонит. Ну, я имею в виду, как, например, там... Как на этой дуре, блин.
на Шандре, блин, да? То есть она может так настолько неудачно засрать свою эту, свою площадку эту дурацкую, да, где она, ну, у трона. Портик, what the fuck. Своими этими дебильными гейзерами, которые курс делают, блин. Что в таком неудачном, в общем, месте, что вообще писец, хрен ее потом убьешь, блин. И придется умирать, что не камильфо, естественно. Ну, вот. Ну, типа, и все в таком ключе. Или там, я не знаю, дедушка, который в первом Dark Souls, я не знаю, главный босс, как его? Господи, я уже даже имя-то его забыл. Гвин, повелитель, епте, света. Он, типа, держит тебя в напряжении тут банально тем, что он резкий, как понос, блин. Здесь такого нету. Спокойно бегаешь, вообще не напрягаясь. Где эти скелеты-то все? А, я вижу. Почему вы здесь появились? Огонь прилетал вообще в другое место. Да, счастье. О, слышь? Ой, что сейчас было? Что я сделал? Я не знаю. Понятия не имею. Да что ты говоришь? Да ты просто Бэтмен. Чисто Бэтмен скачешь. Мужчина. Отпустите щит. Отпусти косяк, сука. Ау. Это дамаг вообще несерьезный для New Game Plus и для... этого ковенанта дебильного. Вообще просто... Окей, вот это более серьезный дамаг. Спасибо, что показал, что ты так умеешь. Ты так стал уметь, потому что твои кромара... Остальные пацаны сдохли? Или что? Или это просто ты редко делаешь? Не. Я так понимаю, ну хоть ты-то должен призвать что-нибудь необычное? Или просто крутящиеся мудни? Да, просто крутящиеся мудни. Вообще ничего. То есть весь понт этого босса с точки зрения New Game Plus в том, что два красных фантома на поребрике появляются. Окей. Несерьезно? О, слушай, кстати, да, мне же надо, наверное, стойку снять. Ой, я имел в виду вот так бегать, чтобы блокировать можно было, если что. Хотя, эти колеса гораздо менее опасны, чем они... Во-первых, их не глотают. Во-вторых, они гораздо менее опасны, чем в первой части. Ты катишься за мной чисто по инерции, я так понимаю, да? Ну, разве это опасно? Это вообще не опасно, блин. В первой части он с одного удара мог ушатать, а здесь... Хрень какая-то. Победа? Кольцо чистой лазури плюс 2. А что, с каждого босса теперь кольцо, блин, плюс 2 будет падать какое-нибудь? Что это за кольцо вообще? Понятия не имею. О, это хорошее кольцо, но не для меня, к сожалению. Но кольцо хорошее. Базару ноль. Так, у меня есть 50 тонн. Как бы мне их донести до Гавлана? Кстати, а хлорантиринг-то? Плюс 2. Весьма годно работает. Весьма-весьма годно. Что не может не радовать. Ну, на самом деле, дальше я, наверное, не пойду, потому что гладиолус. Соответственно, будем делать видео покороче чутка на этой неделе. Соответственно, на сегодня все. Ставьте лайк эти видео, оставляйте ваш фидбэк нашей книге для жалоб и предложений, а наша секция для комментов внизу. Подписывайтесь на канал. До новых встреч в эфире, граждане.